Привет, еще это Planet Crafter, и мы продолжаем. Возвращался я, значит, с того биома. Думаю, дай-ка пойду по этому пути, вот через вот эту вот букву А. Вижу пещеру, что-то там зеленое светится. Давай заглянем, думаю. А тут урановая пещера. Ты представляешь, как долго я ее искал. Тут еще есть сундук. Что в сундуке? Уран, 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 уран. Ну, у меня урана и так уже достаточно. Но если что, я буду иметь в виду, что здесь есть урановая пещера. О, еще ящичек. Еще ящик, но там не уран. Окей, значит, это местечко запомнили. Да здравствуй, дом. Я дома. Нам нужно сделать ядерный реактор еще один, потому что у нас проблемы с электричеством. Нужна вода, вода, вода. И, в принципе, все. Ну и нужно же куда-то девать суперсплавы. Вода. Сейчас, минуточку. Давай-ка я сейчас все повыкидываю. Суперсплавы. Вот так вот вниз. Вода, вода. И еще один ядерный реактор сюда шлепнем, как вот так вот. О, отлично. Теперь нужно решить вопрос с нашим ранцем. Блин, взрывчатый порошок нужен. Ой, я так просто его не даст. Пойду погляжу, что там для взрывчатого порошка-то нужно было в нашей лаборатории. Лаборатейшн. Взрывной порошок. Сера, сера, ириди. А, да... У меня же тут в пещере под боком сера есть. И иридий. Давай несколько иридия возьмем. И как понаделаем этого взрывчатого порошка. О, ничего себе. Как тут модно производится все это. Значит, два порошка я сделал. На третий не хватило серы немного. Берем два осмия и вроде бы как все. Все для того, чтобы сделать реактивный ранец Т3. Да. Снимаем наш ранец Т2. Ох, еее. Плюс 200 почти процентов, ну ладно, не 200, 190 процентов скорости у меня теперь имеется на ранце. Но мне еще нужно сделать рюкзак Т4. Для этого понадобится титан. Он где-то же у меня был, вот он титан. Титан, титан, титан. И делаем рюкзак. Сейчас у меня все повываливается опять, да? Ладно, давай все это выкидываем. Это мы одеваем. Выкидываем, 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 выкидываем. Опаньки, сейчас посмотрим, сколько там места будет. Место сейчас будет зашибись как много, офигеть. Вот это я понимаю, рюкзак. Мощно. А я-то думал, куда еще мощнее рюкзак. А вот, пожалуйста, есть. Получается, посмотрю, еще сера есть у меня, нет? Сера есть, чудно. Пойду-ка я еще взрывчатый порошок сделаю, мало ли, пригодится. О, нифига себе, вот это ранец, вот это я летаю теперь. Но ты только глянь, а. Вот эта скорость. Пойду еще посмотрю, что нужно для ракеты картографической. Что там за дичь какая-то у нас? Давай. О, залетели. Чудно. Значит, вот она, картографическая. Стержень из суперсплава. Стержень из суперсплава. Я думаю, что этот стержень из суперсплава делается как раз-таки в том ядерном синтезаторе, если можно его так назвать. Но сейчас, нам нужно с тобой запустить вот эти вот две ракеты. Чтобы эта ракета генерировала нам тепло, 1000% это ускорит процесс таяния льдов. Ну и, наверное, кислород будет образовываться быстрее. Так, что там нужна была? В любом случае ракета нужна была. А вернее, реактивный двигатель. Как бы, прикинь, у меня это суперсплав кончился. Это фиаско, братан. Он у меня один одинешенько остался. Придется сгонять за суперсплавом. Ладно, не проблема. Воды только надо взять. Благо у меня здесь вода есть. Вот две штуки. И двигатель надо оставить, да. Мы сейчас заодно сбегаем на главный корабль и посмотрим тайную комнату. О, ты посмотри, что тут происходит. Тут вода появилась. Нифига себе. Нифига себе вода. Очуметь. Я поплескаться тут могу? Озеро. Ты слышишь эти звуки? А если вот так присесть? Я ж не могу присесть. Озеро появилось. Обалдеть можно просто. Офигеть. Озеро. Сколько здесь воды-то? Хорошо, что я здесь не начал строиться. Тут, походу, будет огроменное озеро. Ну, прям удачно я заскочил. Так, надеюсь, что это главный корабль. Короче, придется здесь немножечко поторчать. Сделаем жилой модуль. Я сейчас тебе кое-что покажу. О, тут пещеры. Нифига себе. Это что, проходная, что ли? Сейчас посмотрим.
Короче, тут куча всякого, ну, открылась. Сейчас я тебе все покажу. Но сперва в пещеру хочу заглянуть. Чуть за пещера. Она сквозная? Это та самая пещера? Нет? Да? Нет? Нет? Все во льду? Ага. Ладно, ждем, пока растает. Посмотрим, что там будет. Насчет корабля. Почему я здесь решил разбить лагерь? Да потому что слушай внимательно. Сейчас где-то откроется дверь. Слушай. Я где-то тут летал, и двери открывались. Во, слышал? И здесь вот тоже. Двери открываются, но я не понимаю, где эти двери. Они как будто где-то наверху. Может быть, наверх как-то можно пробраться? Я просто что-то не нашел. Вот огромный экран. Вот трубка ведет туда. Разобрать здесь ничего не могу. О! Погоди-ка. Вот эти двери можно разобрать, что ли? Или я что-то там разобрал, какой-то обломок. Ну, не понял, какой. Подожди, двери, короче, вот такой вот обломок тоже разобрал, видимо, там с другой стороны или что. Короче, вот эти двери как-то открываются. Вот прям по-любому. Как-то они открываются. На улице уже дождь пошел. Сейчас озеро как наберется и будет абзац. Короче, я не нашел, что там еще может открываться, но там вот явно вот такие вот двери открываются. Что-то подобное, звук такой же. Вот, слышишь? Вот такой же. Может мне как-то упасть под текстуру опять попробовать? Есть под текстуру посмотреть, что это там открывается. Короче, все, я под текстуру попал. И теперь нужно смотреть. Вот, вот где-то здесь. Где-то что-то здесь вот пшикает. Пшикает, пшикает, пшикает. Ну, не совсем понятно, что пшикает. И где пшикает. Значит, смотри, вот дверь. Вот дверь. И вот тут я могу разбирать обломки. Я могу даже вот так вот разобрать. То есть вот эта дверь сквозная. Разобрать я ее не могу. И здесь вот есть какой-то проход. Смотри. Вот. И здесь вот меня не было. Здесь я не был. Здесь я не был. Так, а как попасть сюда? Короче, сюда можно попасть только через вот эту дверь. Вот через вот эту дверь. Как я и предполагал. По-другому туда, видимо, не попасть. А чтобы эту дверь активировать, видимо, мне нужно активировать вот эту вот штуку. Она запустит процесс, и все двери разблокируются, наверное. Но, помимо этого, здесь есть еще и другие двери. Так, где мы там заходим? Мы заходим вот здесь. Вот мы идем вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь можем сюда пойти. Здесь вот так вот тупик мы там были. Я помню это место. Потом мы идем вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь вот тупик. Я вот здесь вот тоже пытался что-то разобрать. И вот тут проход есть. Вот сюда вот. Видишь, там завалено все. Значит, сюда тоже можно как-то пройти. Ну, короче, в принципе, это не совсем тайные комнаты. Это не тот корабль. Совсем не тот корабль, который нам нужен. Видимо, другой. Другой, тот большой. Ладно, выходим из-под текстур. Значит, отправляемся в другой корабль. Короче, скорее всего, в записке речь шла об этом корабле, потому что там реально очень много еще места. И мы не везде в нем побывали, скорее всего. Слушай, а ведь наверняка здесь есть тайная комната, потому что тут такие же двери, шлюзы, которые открываются при помощи термоядерного синтеза, возможно. Вот, вот комната с управлением, здесь большие экраны, что-то разобрать обломки. Так, минуточку, минуточку. Кажется, да, вот она, эта стенка. Кажется, она. Хо-хоу. Сколько тут всего. Сколько тут всего. Ну-ка. Ну-ка, суперсплав. А это что такое? Семена дерева и терра. Коэффициент кислорода. Дерево, ты прикинь, это дерево. Мы первое дерево здесь сейчас посадим. Так, это я забираю, это забираем. Жрачку тоже заберем. Здесь что у нас? Деревьев больше нету. И здесь, в этом ящики у нас семена вот эти вот. Все получается. Я нашел тайную комнату на корабле. Балдежно. Ну и по старинке, обычно я всегда завершаю свои серии запуском ракеты. Мы сейчас проведем некий эксперимент. В комментариях писали, что будет, если ты поставишь сверху вот такую вот фундамент-решетку перед ракетой. И пустить ракету, она взлетит или нет? Сейчас мы это проверим, но сперва, я хотел посмотреть, вода есть у нас, 8% озер у нас. Сперва я хотел сделать себе сапоги ловкости Т3, надо снять сапоги вот эти вот, и сделать вот эти вот. Отлично, сапоги скорохода у меня готовы,
Теперь я бегаю еще шустрее. Ай, надеть надо. Теперь я бегаю еще шустрее и летаю еще быстрее, да? Ну, вроде бы как, наверное. По улучшениям костюма у меня вроде бы все теперь есть. Нам нужно взять немного кобальта. Есть кобальт? Один кобальт. Все. Для ракеты все собрано. Отлично. Значит, мы запустим вот эту вот ракету. Вот так вот она выглядит. Ух. Сейчас мы попробуем сверху поставить фундамент. Для этого мне нужно сперва взлететь как-то на нее. Ой-ой-ой-ой. Да, на ракету не так-то просто взлететь. Хотя, если сильно постараться, то, в принципе, возможно. И фундамент... Да, я смог это сделать. Вот тут вот у нас фундамент. И, в принципе, я взобрался на саму ракету. И вот теперь любопытно, улетит ли ракета. Что ж, посмотрим. Нажимаем кнопку. Я нажал кнопку. Запустить! Итак, смотрим. Ракета никуда не летит, прикинь. Не летит ракета. Фундамент не дает ей взлететь. Че, сэкономил на ракете, получается, правильно? Ой, метеорит сразу пошел. А ракета летит. А ракета летит. Непонятно куда. Она тупо стоит. Нифига себе, смотри, какие метеориты падают. А че такие здоровые? А че такие? Че такой здоровый-то упал? Ё-моё, нифига, это что там? А я не вижу, почему я их не вижу-то? Да вроде обычные метеориты, просто куски раз... О, ракета исчезла. Блин, проморгал. Промолгал. Ну ё-моё. Вон еще падает, прям в мой дом. У-у-у. Блин, капец, ракета, короче, улетела. Печалька. Сейчас попробую, не получится разобрать ее. Так, слушай, что если я здесь сейчас вот так вот возьму и лесенку построю? Потом на будущее. Вот так вот, в ракету. Пусть будет. Подход в ракету. И значит, у меня еще остался суперсплав. И надо бы построить вот эту вот штуку. И наконец-то, наверное, вот здесь вот я ее поставлю. Разворачиваем. Отличное место. Открыть витрину, и мы поставим сюда вот такую штуку. Вот она стоит. Так, смотри, здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, еще место осталось, а это говорит о том, что здесь, на этой планете, еще 5 золотых сундуков вот с такими вот статуэтками есть. Их нужно найти, наверное. Я думаю, что они здесь есть, и вот их нужно будет найти. Ну что ж, на этой замечательной, прекрасной ноте мы закругляемся. Если тебе нравится эта игруха и ты хотел бы увидеть продолжение, то не забывай ставить лайки под этим видео. Переходить по ссылочке на Яндекс.Дзен и ставить там лайки. И подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что до встречи.